Второе упражнение. Второе упражнение делается лежа. Я буду на вдохе поднимать голову и ноги, делать задержку дыхания на 1-2 секунды и также работать с красным шариком. На вдохе шарик снизу будет подниматься до макушки, задержка, и на выдохе он будет опускаться вниз, расслабление и задержка. Вверху напряжение 1-2 секунды, все тело напрягается. Промежность также работает. Вдох, промежность подтянули, выдох, промежность расслабили. Большие пальцы чуть-чуть под ягодицы. Я делаю вдох, задержка, держу промежность, внимание в макушке, красный шарик, выдох, расслабляю промежность, красный шарик опускается, и я полностью расслабляюсь. И в таком режиме я дышу. Дыхание Уджая, сокращение голосовой щели. Последний раз вы поднимаетесь и делаете задержку на вдохе. Начинать можно от 3 секунд и по чуть-чуть добавлять. 3-4. Я сделаю 21 секунду задержка. Встаете и дышите 3 вдоха, 3 выдоха, как я уже описывал в предыдущем видео. Переходим к следующему.